Всем привет! Восьмая серия турецкого сериала «Плен» выйдет 30 ноября. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через пару дней, когда будет завершен сбор средств и данная серия будет выставлена в общий доступ. Если вы считаете, что Орхун и Хира хорошо смотрятся вместе, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Хира столкнется с множеством трудностей, пока Орхун не узнает всю правду. Он причинит ей много зла, потому что заблуждается и все еще считает ее виновной в гибели сестры. Хотя Орхун каждый день обижает Хиру, он поражен ее кротостью и молчанием. А Фифей вне себя от злости, потому что ей так и не удалось избавиться от служанки. Она никогда не примет Хиру. Эда боится, что из-за Хиры потеряет Орхуна, и это ее сильно злит. Хира случайно узнала о том, что отец Орхуна жив. Интересно, как долго он сможет скрываться от своего сына. Наконец-то Кенан и Мерьем встретились после долгой разлуки. Кенан спросил, почему она его тогда бросила. Мерьем не знала, что ответить, ведь ей пришлось пережить немало трудностей, и она не могла поступить иначе. Она каждый день страдает от жестокого обращения со стороны своего мужа, но скрывает от всех это. Если вы планируете и дальше смотреть данный сериал, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.